Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 165 на странице 60 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Моро. На полке стояло 23 матрешки в красных и зеленых платочках. Сколько было матрешек в зеленых платочках? Если матрешек в красных платочках было на 5 больше, чем в зеленых. Сначала мы сделаем так, чтобы матрешек было поровну. Для этого мы из 23 вычтем 5. Это получится 18. Теперь мы с вами узнаем, сколько было матрешек в зеленых платочках. Для этого 18 разделим на 2, получится 9 матрешек. Ну и теперь мы узнаем, сколько в красных. Так как их на 5 больше, то мы должны будем к 9 прибавить 5. Получится 14 матрешек в красных сарафанах. Пишем ответ. 14 матрешек. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.